Привет. Привет, как дела? Давай, что стал Киселев, давай, бегом. Константин Павлович, я не могу, у меня бок болит. Давай, бегом, бегом, пошел, пошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Булатникова, заходи. Так что там у тебя стряслось? Ой, Киселев, обрею тебя и правильно сделаю. Давай. Киселев, подъем, подъем. Давай, смотри, Казанцева пришла за тебя поболеть. Казанцева, физкульт, привет. Давай, бегом. Хорошо. Мы переведем вас на бюджет. Раз у нас теперь, так сказать, сирота. Все, идите. Спасибо. Вот так взяла и от родной матери отказалась. Бьешь рекорд, давай! Не бьешь. Извини, старик, придется еще побегать. Данные события представляются в виде дерева отказов. Для каждого из них выполняется количественный анализ опасности. Любое событие можно представить в виде логической функции. А равняется B плюс C, где A – это выход параметра. 1 умножить на 1 равняется 1. Отсюда вывод, что вдвоем ты все равно 1. Отсюда вывод, что вдвоем ты со вторым един. Отсюда вывод, твой второй, он, как и ты, 1. Посмотрим, посмотрим. 1 умножить на 1 равняется 1. Не надо, пожалуйста. Не надо. Любопытная трактовка основ безопасности жизнедеятельности. Пожалуйста, отдайте. Отдайте. Извините. Фамилия? Булатникова. Я перевелась с заочного. Встаньте. Я к вам обращаюсь. А я думаю, что в присутствии женщин вставать должны мужчины. Так. После пары в деканат дождаться меня. Обе. Thank you.
А мне понравились твои стихи. Да ладно. Правда, что ли? Да. Особенно про то, что другой он тоже всегда один. Даже когда рядом с тобой. Это правда. Ты всегда одинок, и каждый сам за себя. Простая арифметика. Угу. Молодец. Козлов в жизни хватало. Как фамилия? Булатникова. Молодец, Булатникова. Следующий, кто там застрял? Казанцева. Полчья. Ну ты чего? Убийца шмогла, дура. Ты козел! Казанцева! Он тебя нашел! Ты обязан на нем жениться! Казанцева, подожди! Да тихо вы! Построились! Ардаки-то дома? Да, думаю. Не-не-не, не эти. Вот эти бери. Угу. Мамочка, это Варя. Здрасте. Есть будете? Будем. Здрасте. Спасибо. Мам, мы пойдем? Сядь. Еще чай. Мам, но мы там, у меня. Еще чай. Ты извини их. Они не всегда такие. Странно. У меня ощущение, как будто бы я здесь уже была. Живем, как будто соседи по общежитию. Но бывает и похуже живут. Хоккей, у тебя тоже такой был?
Зачем эти ночевки? Что-то не пойму. Дома, что ли, своего нет? Серьга это у нас вообще, конечно. А что, хорошенько. Понравилось? Слушай, а с тобой уже было это? Ну так, чтобы ах и ради него жизни не жалко. Со мной было. И есть. Ну и пусть, что мне уже 23, и у меня еще ни с кем не было. Зато он есть. Костя. Константин Павлович. И можно незаметно его любить. Ты спишь? Ну ладно. Спокойной ночи. Понимаешь, он не такой, каким кажется. Он благородный и честный. Таких уже, наверное, и не осталось даже. Понимаешь? А дура тебя кто обозвал? Нет, ну я же сама заслужила. Чувства представляют собой форму привязанности человека к некоторому объекту. Обычно чувства и эмоции переплетаются между собой. Можно сказать, что эмоции являются внешним выражением чувств. Воля и волевые процессы представляют... Я понимаю, что он меня не замечает, потому что я его студентка. Казанцева! Психических процессов. Он. Определение которых достаточно долго не было сформулировано. Наиболее удачной попыткой определения воли можно считать следующее. Воля. Здравствуйте. Вы? Да нет, не жалко. Понимаете, не жалко. Тоже мне. Адвокатесса выискалась. Я все объясню. Спасибо, я не любопытен. До свидания. Булатникова. Там человек погибает, а вы? Это так, ерунда. Почти восстановился уже. Вот, а с нового сезона в Канаду сборную Квебека тренировать. Вот так. Так а что там с Казанцевой?
Ну что, что-то серьезное. Дома? А вы никому не скажете? Маленькое объявление. Следующее занятие у нас в бассейне. Форма одежды соответствующая. Да, еще никакой косметики. И без купальных шапочек в воду не пущу. Так что потом не плакать и не проситься, да, Викторова? Здрасте. Мама дорогая! Девушка, где Казанцева? Козел все-таки задел. А это что? А где форма? А мне сегодня нельзя. Да, тихо! Выйти из строя! Вам не нравится? Мне? Ты здесь? Ты чего? Ну вот и все. Проверили. Всяко бывает в жизни. Смотри, Вет. Ой. Привет. Казанцева, садись ко мне, не пожалеешь. Сели, быстро сели. Здрасте. Здрасте. Простите, пожалуйста. Извините. Извините, извините. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дежурный кого нет? Булатниковы. Булатниковы. Так. Казанцева к доске. Итак, поведайте нам, Казанцева, об экономических связях между Ярославлем и Казанью в XIV веке. Тихо. И о торговле живым товаром, в частности. Тихо. Ой, все равно этого понять не могу. А что тут непонятно? Просто лавры Сафо и спать не дают. Девочки, подождите. Что происходит? А что происходит? Ничего. Право гражданина на личную жизнь защищено Конституцией. Не парься, Казанцев.
Пока. Евдокимова. Я. Зайцева. Болеет. Казанцева. Я. Киселев. Я. Коломойный. Я. Менделеев. Я. Миргородская. Я. Пшеничный. Я. Рыбкина. Есть. Ростова. Есть. Соколов. Я. К трамплинам не подходить, первая партия в воду. Константин Павлович. Вы извините меня за вчерашнее. Да я извиняю, ради бога. Только вы меня оставьте в покое, ладно? Дожи залили дожди. И дожи остались без дома. И вроде каналы водой полны, а стекла цветные знакомы. Но дожи без дома в городе снов. Нету у них знакомых. А в городе В, как назло, карнавал. Бренчат и хохочут маски. Но дожи одни, и они грустны. Дожди карнавальную краску смыли в их доме с масок. Кого люблю, того и бью. Он меня ненавидит. Ну, ничего, тоже сильное чувство. Выходим, выходим. А ты знаешь, что от ненависти до любви всего один шаг? Ладникова! Варя, третья дорожка! Ага. Один шаг. Да, не плавайте, как лягушки. Вы же плавайте вот так, вот, вот, смотрите. Поток от себя. И толчок. Толчок вперед. Да, нога. Ногами, как обычно. Случилось чего? Нет. Послушай, я тогда не сказал тебе. Ну, ты в этом платье была супер. Кисель, ты чего? Слушай, а ты после пар куда пойдешь? Никуда. Приготовились! Воронцова третья дорожка. Миргородская четвертая дорожка. Рыбкина пятая дорожка. Казанцева шестая дорожка. А где Казанцева? Казанцева! Вон она! Ах,
Назад, что? Казанцева! Марина! Один шаг. Ой, она обедает. Принесите одеяло, пальто, что-нибудь быстрее. Марина, Казанцева. Марина! Марина Казанцева, слышишь меня? Фу, слава богу. Поцелуйте меня. Что? Казанцева, тебе... Голову лечить надо! Константин Павлович! Жива? Жива! Я не смогу ей помочь. Отстаньте от меня обе. Куртка! О, Константин Павлович! Где она? Там. Булатников, что с Казанцевой? Поговори же ты с ней, как мать. Должна же быть причина. Вот сам иди и поговори. А у меня в роду психопатов не было. И предателей тоже. Ну хватит, Катерина. Что? Думаешь, я забыла? Я тебе этого никогда не прощу. Дуча, ты ведь это не просто так, да? Я так и думал. Только знаешь,
А... Нельзя к нему. А что с ним? Пропустите. Пневмония, вот. Колоть каждые 2 часа. У него отец в Новосибирске. И вся родня. А мне в Канаду лететь. А ты... Вы кто? А вы его тренер? Доброе утро. Владников, вы... Что вы здесь делаете, а? Лягте, вы болеете, вам нельзя. Я вас прошу, кто вас пустил сюда? Я говорю, лягте. Всю ночь с вами провозился, пока жар спал. Ну что вы, как маленький-то? Я пришла вас навестить, нужна была помощь, я и осталась. Ну? Да не надо вот это. Не дергайтесь, ладно? Вы здесь спали всю ночь, что ли? Нет. Сняла номер в гостинице напротив. Я с вами тут возилась до утра, пока не свалилась. Давайте лягте. Так. 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 Так, 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 так. Булатников, это вы все ради подруги делаете? Думайте, что хотите. Марин! Привет. Привет. Скажи, а ты последнюю Биг Бедера читала? Читала. Ну как? Ну, мне больше нравится «Любовь живет 3 года».
Ну, слушай, мне тоже очень нравится. Но согласись, последний, он очень хорошо предлагает взглянуть на любовь с другой стороны. Кризис был ночью. А теперь все. Остается только теплым поить и любить. Не переживайте. Вы молодец. Спасибо. До свидания. А! Всего доброго. До свидания. Варю не смогу ее вытащить. Но это ее выбор. Понимаешь, она сама должна захотеть все изменить. Да, я понимаю. И она хочет. Твои знают, где ты? Угу. Знают. Спасай спасателя. Благородное дело. Достаточно постмодерна. Томный, усталый, люди от повседневных дел. Отстраненная эклектика. Бог умер, я умер. И что же тогда бытие? Снится ли мне, что я живу этой жизнью, или я снюсь кому-то еще? Когда все это закончится, и существует ли это вообще? А ты чувствовал вот когда-нибудь, что ты живешь в этом мире, в этом обличии? Случайно? Нет. Или как ты берешь, смотришь на свои руки, и тебе кажется, что ты видишь их впервые, нет? Варька! Варька! Бессовестно! Ты куда пропала? Да так, мать болела, скорую вызывали. Ты-то как утопленница. Да я соскучилась. Привет, Ксель. Здрасте. Привет. С выздоровлением. Что? А, да-да-да. Константин Павлович, с вас 500 рублей. За мои пропуски? День рождения у ВВ. Спять на кафедре, как штык. Костенька, но вы же умный мальчик. Вы же знаете слово «надо». Анкудинов! Я ничего не понимаю. Почему со мной как будто бы никто не хочет общаться? Девчонки себя непонятно ведут. Смотрят на меня эти ухмылки, шуточки какие-то непонятные. Передай Казанцев потихоньку. Менделеев. Не пожалеешь. О, поздравляю. Степухи, не жди. На прошлом уроке тебя когда не было, преподаватели непонятно как ты на меня смотрят. Ну ты даешь. Как скатал? Как? Быстро! Как будто бы я ему что-то сделала, все. Евдокимова! Сейчас закончится пара, сразу... Казанцева, тебе письмо. Умница, дочка! 5! Так, кто тут у нас дальше? Посмотрим. Дурак! Коломойный! 5-2! Марин, ты в столовку? Кисель, человеческим языком прошу тебя, отстань. Thank you.
Белый танец! А нет, друзья, я за рулем, за рулем. Все. А? Спасибо вам большое. Счастливого отдыха. Пока. Валера! Белый танец! Я уже 4 часа должна быть дома! Заседавшаяся. Так точно, Николай Николаевич. Всего доброго. Счастливо. Константин Павлович. Вы пьяны? Пойдем, трезвенница, поговорим. Уберите руки! Вы пьяны! Я просто хотела попросить у вас прощения, вот и все! За то, что своего не добилась. Вы о чем? Я все понимаю. Неблагополучная семья, тяжелое детство. Ну что? Если ты решила бросить эту гадость, ты бросай! Зачем все эти кривляния? Я не понимаю, о чем вы? И что там себе насочиняла? Я не сказочный рыцарь, я не собираюсь тебя спасать! Спасать от чего? Слушай, хорош из себя скромницу корчить, а? Казанцева, уже вон весь институт в курсе. Ты же нормальная девчонка. Зачем вдруг эта древнейшая профессия? Зачем, ну? Какая профессия? Казанцева, заканчивай уже, а? Ах ты! Ах ты, дрянь такая, а? Хам, мерзавец! Тише, 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 успокойся, успокойся! Все, успокоилась? Пусть так. Всегда хотела, чтобы это был ты. Костя? А я жду-жду. А это зачем? Меня мать выгнала. Ей там наговорили всякого, вот она и взбесилась. Я не знаю, куда мне теперь. Проходи, придумаем что-нибудь.
Равняйсь! Смирно! Анкудинов! Я! Барковский! Я! Булатникова! Я! Викторова! Я! Васильев! Я! Не слышу! Я! Дужнев! Я! Евдокимова! Я! Зайцева! Я! Казанцева! На задании. Разговоры. Анкудинов, 50 отжиманий. А за что? Киселев, 20 кругов. За что? Киселев, 30 кругов. Староста, ко мне. Что с Казанцевой? Не знаю. Пока всем 10 кругов. Направо! Бегом, марш! Ну вот так, давай. Да, забрала документы и ушла вот только что. И слава богу! Дура! Ну, знаешь. Нечего сплетни распускать! Марина! Казанцева! Послушай, не делай этого. Не надо. Марина. Не стоит. Переживу. Ну, так что там было? Ну, человек мне рассказывал, что картошку можно высаживать ему в этом сезоне, но... Бледны и грустны в городе В бредут по улицам дожи. А все думают, они в масках дожи и строят дожем рожи. И каналии поют канальеты, разбрасывают серпантин, целуются даже. Бедные дожи, они думают о том, как потом вернуться в свой высохший дом. А эти каналии будут чинить им крыши. Бери выше, не построят им новый палаццо. Всех в мире палаццо выше, так думают дожи. И ждут. Но дожди все идут, да идут. Пап, ты? Я войду. Нет, а... Я не хочу, чтобы ты бросала институт. Я не хочу, чтобы вы решали, что мне делать. Мы вроде на «ты». Вам показалось. Марин, я... Нет. Я так не могу. Ну, что ты со мной делаешь? Я ведь у вас ничего не прошу. Я ведь 3 года у вас ничего не просила. Глупая, ты понимаешь?
и не приходи больше. Не надо. Ты не хочешь? Я не хочу так. Ты ведь не один, правда? Ты с ней. Здравствуйте. Это Константин Павлович, преподаватель. Очень приятно. Преподаватель чего? Физкультуры. Нагулялась! Мамочка, не надо! Я тебя очень прошу! Тебя. Ты нагулялась! Мамочка, я тебя прошу, не надо! Мам, мне уже не 16, мне 23! Ты взрослая, да? Что в мой дом мужиком водить? Я была в институте, ты шлюха! Мамочка! Иди к себе! Еще раз увижу, руку оторву. Что? Ты мне руку оторвешь? Прекрасно. Твоя дочь. Знаешь, Борь, ты уходи. Тебя давно надо было уже выгнать. Жил бы со своей Людкой Булатниковой, припеваючи. Да тише ты. Да что тише? Пусть она знает, кого она такая неразборчивая. Как? Пап, как фамилия этой женщины? Марина, хоть ты. Да нет, пусть она знает, кто ее матери-то всю душу вымотал. Людка Булатникова, подруга моя. А наш папка с ней. Что? Что ты молчишь? Клянись, что никому не скажешь. Клянусь. Мы скоро с тобой станем не подруги, а сестры. Ура! А как? Твой папа пообещал моей маме, что его на нас двоих хватит. А еще он ее поцеловал. А как же моя мама? Не знаю. Наверное, поделится. Вон из моего дома! Вон! Не может быть. Куда ты? Пап, какой у них адрес? И Михаил Михайлович, я сегодня звонила. Он тебя так не дождался. И? И в деканате сегодня меня спрашивали, где ты. Почему тебе? Так все уже знают. Мать постаралась, гадина. А что, Костик, ты меня стесняешься? Девчонки, банка последняя. Оставь к блинам. А я хочу.
Ну так где ты сегодня был, Кость? Ты куда? За сгущенкой. Ты съела последнюю банку. Булатникова здесь живет? Ну. Тетя Люд, это вы? Ну. Мне Варю нужно. Нет ее. Хахалась я нашла, слава тебе, Господи, с квартирой. Ясно. Извините. А ты кто? Никто. Похоже на него. Глаза. Что? Борины глаза. Как он там? Извините. Я тебя не узнала. И тетю Люду тоже. Нашла, значит. Ну, проходи. Я только спросить. Ну? Ты это все когда придумала? Сразу? С первого дня? Нет, знаешь, сначала даже как-то не определилась. Просто хотела сделать что-нибудь на память семейству вашему. Ну, там. Дом поджечь, окно выбить. Чаю? Не откажусь. А что ж передумала? А видела мою мать? Знаешь, сколько я в этом жила? 15 лет. Просила ее все время: мама, пожалуйста. Не бей меня, мам, пожалуйста, не надо пить, мам. И забьет меня, потом прощения просит, обнимает, целует. А потом все по новой. К 15 годам стала ей сдачи давать, она меня даже боялась.
Из дома выгонит. И сижу всю ночь под дверью, как собака. Потом с Айзиком познакомился. Он хороший. Помог, мне работу дал. Тошнил, конечно, сначала, но знаешь, человек ко всему привыкает. Денег скопил, хотел в институт поступить. Айзик подсказал, говорит, без образования не пробьешься. Перевелась заочного. С этим делом завязала. От матери отказ написала. А тут ты. Да я тут при чем? А я скажу, при чем. После той истории с твоим отцом, твоя мать хорошо постаралась. Мою уволили. Она потом 5 лет пыталась устроиться на работу, хотя бы куда-нибудь. Но Катерина Казанцева из райного всегда была рядом. Она уничтожила мою мать. А ты? А у тебя все было. И семья, и дом, и своя комната. И даже этот хоккей. Мой хоккей. Так ты это из-за хоккея? Так, все, закончили разговор. Ну что смотришь? Ты же получила от него все, что хотела, правда? Зачем ты? Варя! Не подходи! Как ты мог? Что? Да замолчи ты! Не ори на меня! Я беременна! Что? Варя! Варя, открой! Варя! Варя! Спасибо. Доктор. Ну что, поздравляю, 4 недели. К ней можно? Конечно. Постарайтесь не волновать. Нужен покой. И куда теперь? Прямо на панель? Ты понимаешь, что я только ради тебя семью сохраняла? Мам, это не семья. Пока.
ничего, никуда не денешься. Вернешься. А ведь он ее любил, мам. Это она тебе сказала? Она? Киселев? Ты чего? Пошли. Скажи, Костя, ты дурак? И выпьем. Дурак, Костя. Но дурак быстрый. Самый быстрый в Европе. Был когда-то? Всегда будешь. И с вами, Михаил Михайлович. Варь, Варь, ты не пила бы? Как скажешь, дорогой. Пойдемте, танцуйте. Вон отсюда! Куда ты его дела? Господи, да я твоего мужа с той ночи не видела! Он ушел. Сначала она, потом он. Одна, как собака.
А вы кому? Да, я тебя обниму. Зачем ты ее пустил? Разве это не твоя мать? Тихо, тихо. Ты чего, чего ты? Узнала все-таки, да? Ну-ка, уезжай сюда быстро. Брезгуешь матери своей. Я сказала, вали отсюда. Ах ты, подлюка. Сама выплыла мать. Убирайся отсюда! Варь, 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 не а надо. Что такого? Она мне не мать! Уходите, уходите. Да пошел ты. Слушай, ну что ты раскричалась? Тебе нельзя. О, а чё это нам нельзя? А? А чё это нам нельзя? Беременная, что ли? Дурачьё. Да не может она. Не может. Стоим и танцуем. Свадьба же! Ну! Коньяк лимоном не закусывают, если вы не в курсе. С лимоном это Николай I придумал. Коньяк не любил. Вот и поморщился на дегустации вроде как от лимона. Не знал. Будете? Без лимона буду. Свободу. Со свадьбы что-то сбежал. После. Женился по залету, оказалось, ребенка и нет. Вот так. Бывает и хуже.
Бывает, жена беременную дочь за дверь выстоит. А ты терпи. А как терпеть? Ну и где дочка? Маринка. Парень ее пригрел, с квартиры помог. На вид тютя-тютей. Одно слово. Кисель. Как? Кисель? Даешь кисель так быстро. Ой! Просил же тебя меня подожди. Я не могла, я не терпится. Все-таки первый свой угол. А ты кому-то адрес давал? Да нет. Привет. Понятно. Поздравляю. Квартиру сняли? Это хорошо. Вам что нужно? Мне? Да ничего. Так вот, женился сегодня. Поздравляем. И на развод подал. Выходит, обскакал меня кисель. Бегом, марш! Yes. Марин! Я добежал! Я добежал! Да уйди ты! Как же ты мне надоел! Добежал? Я не кисель. Стой! Ух ты, Киселев. Ты молодец. Вставай! Да не буду я с тобой драться.
Прости меня, Валь. Я не должна была. Ты и так для меня слишком много сделал. Я тебя ненавижу. А я тебя. Проснулась ночью, ты дышал так ровно. В ногах дремала кошка, в кухне мышь. Калачиком свернувшись, спал малыш. И стало так мучительно спокойно, что захотелось счастью крикнуть «Кыш!». Уйди на кухню, спрячься в мышьи норы. Сиди тихонько, после позову. Но счастье засмеялось. Не уйду. Я здесь. Ты спи, а я постерегу.